Всем привет из солнечной Италии, и я хотел бы всех девушек сегодня поздравить с их днем, хотя на самом деле мы-то знаем, что это в натуре наш день, а не ваш день, потому что, блин, что может быть лучше прославлять то, что тебе нравится? Это как, знаете, не знаю, для кого-то это день футбола, день пива, какие там стереотипы, а тут день женщин, боже, да это же праздник прямо для мужчин, не только для вас. Но, тем не менее, поздравить вас – это священный долг. Собственно, все этим мы начали заниматься еще с утра, с ночи. Ну, короче, уже весь Инстаграм в этих видео поздравлениях. И знаете, когда передают приветы конкретно кому-то, это уже начинает выглядеть как концовка какого-то рэп-трека. Вот, и я хотел бы вас поздравить именно в таком же стиле. Такой, типа, читаю рэп, типа, крутой, а потом только раз, все закончить. Поздравляю также AKA Светку, мощный Моиру, красотка Наташа, моя сестра, и также люди, Люда, вкусные пирожки, спасибо. Также хочу передать большой привет Нюре, поздравляю тебя с 8 марта, я помню твою доброту, епис. И также поздравляю всех, кого не поздравил, из West North South, всей этой планеты. Да пусть вы получаете такой же кайф от жизни, который вы дарите нам. Yeah.